туда. Здесь нет кабинета. Нет кабинета. А еще спортивные и актовые залы, пищеблок и просторные учебные кабинеты. Совсем скоро реконструкция Веденской школы номер 3 в Звенигороде завершится. На данном этапе строительная готовность объекта составляет 60%. Прокладка электрокабелей и гидроизоляция цоколя полностью завершены. Сейчас на объекте продолжается монтаж системы отопления и внутренних инженерных коммуникаций. Подходит к завершению утепления фасада и оштукатуривания стен на всех трех этажах. Чтобы объект был сдан в срок, здесь ежедневно работают 100 человек, которые трудятся в две смены, отметил глава округа Андрей Иванов. В рамках капитального ремонта Веденской школы и по просьбе жителей на территории учебного заведения уже уложен новый асфальт. Началась разработка проекта благоустройства школьной территории и уличного спортивного сектора. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».